Итак, все поэтому продолжаем ходить в только стал Вафельштайн. Так, самое веселье началось уже в прошлый раз, но я закончу на этом часть. Блин. Лежать. Ё-моё, сколько у вас тут. Тихо. Так, посмотрим, что тут. Надо что, с чуваков с ракетницами обезвредить, что ли, типа того? Так, тут что, ничего. О! Приветик. Ай! Так, нафиг. Сначала разберусь, что тут. Что за звук? Ах ты ж сволочь. Чё-то хрен по мне откуда пуляет вообще. Да, немцев как говна тут. Отличная работа. Теперь поторопитесь, ты должен найти спасательную команду. Я воль, блин. И это я себе. Погнали. Тут вроде, да. Блин. Пусть его танк снимет нафиг. Фашистский знак закрашен. Уничтожу колокольню, если там есть снайперы. Давай, давай, уничтожай. А я полюбуюсь. Вау. Наша группа нашла ученого-дезертира. Но они под сильным огнем в следующем портале. Им нужна твоя помощь. Как обычно, без меня никуда. Тут ничего. Стремный пиу какой-то, где ничего. Ладно, пошли помогать ребятам. Пока они живы. Не-н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 е. Блин. Че он сказал? Скотина. Так, всех вроде снял. Это я возьму. Так, давайте-ка на вот этот автомат лучше. Поубойнее толку, сейчас больше будет. Не-не-не-не-не-не. Так, огнеметом. Готово. Ай, ты свой. А, я не свой. Хорошо. Ученые в безопасности, но впереди сильное сопротивление перед оружейным комплексом. Вперед! Спасибо за помощь. Мы да не за что. Вывезем ученого, а тебе нужно идти. Я уж понял. Огнемет только получил, и только он уже... кончился. Печально. Жалко огнемет. Хотя от огнемета тут толку мало. Он в основном только против мумии неплохо. Ну то есть противники готовы на ближнем расстоянии, а не на дальнем. На дальнем вообще от него толку ноль. Да, блин. О, это спасибо. Большое. Хорошо, когда можно за танком спрятаться. Почти во всех ситуациях. Меня атакуют! Не хочешь танковое оружие, торопись! Издевайтесь! Я больше не выдержу! Иди! Иду! Черт, всех снял! Я красавчик. Теперь ты можешь войти. Удачи. Ага. Сначала я тут осмотрюсь. Во-первых, не взял топливо к огнемету. Во-вторых, меня поранили. Надо поискать что-то. Да, надо что-то поискать.
Намек типа перепрыгнуть можно. Ну-ка. Да. Хорошо так. Зашел. Ну, вроде бы все, больше ничего нет, мне кажется. Да, все переулки вроде бы обшарил. Блин, а. Только то, что меня потрепали сильно, это, конечно, хреново. Так-с. Огнемилочек. Так, с ним лучше не связываться. С таким винтовкой этой. Ну. Ладно. Ай-яй-яй-яй. Чё там огнеметчик-то, а? Огнеметчик-налетчик. Не-не-не, я не хочу туда. Я миссию пока заканчивать не хочу, тут секрет какие-то была. Это я помню. Хорошо помню. Только где? Да, вот нашел, а... Как туда попасть? Блин. Чё, в натуре как туда попасть-то? Я не успокоюсь. Я себя знаю. Без секретки не уйду. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Ну. Тихо. Отлично. Так, если только отсюда сигануть. Только сигануть бы нам. Не-не-не. Блин. Я не успокоюсь. Да ё-моё. Дубная нычка. Есть. Фу, блин, жесть какая-то. Так, а спуститься-то как? А вот. Так более безопасно будет. Чтобы бушку не ушибить. Так, пошли дальше. Ногой выбил. Рэмбо стайл. Да, блин. Вообще в натуре. Обалдели, блин. Так, вылазим. Тихо-тихо. Этого сняли. Тихо. А вот еще один. Еще одного сняли. Че, Гитлер? А, неважно. В немецком я хреново, конечно, взбираюсь. Не-не-не-не. Да откуда? Сволочь. Капец. Готов. Так. Да блин, откуда опять? Зашибись. Даю.
Во. Тихо. Да, блин. Вообще палево. Капец. А там и ухуй точно что-то полезное есть. Я просто уверен. Ладно, потом сюда вернусь. Сначала с этим гитлером надо разобраться или как его там. А потом вернемся. Так. Йо. Скотина. Так, это куда ведет-то? Именно вот это. О! Неплохо. Так, зашел. Даже более чем. Тихо, спускайся, давай. Да, зашел неплохо. Теперь хотя бы аптеки есть. И здоровье на нуле. Так, тут тихо. Я сказал тихо. Йо. Йо. Да уж. Да ё-моё. Зашибись, пульнули. С базуки. Пикабу. Пошел в жопу. Блин. Это капец. И как мне его снять? Офигеть. Вроде снял. Да, сволочь. Ну. Да блин. Надоел шастать. Пойду с остальными разберусь. Да блин. Да ты издеваешься, да? Окей. Да уж, чем дальше, тем сложнее становится. Готов? Пока я эту винтовку не пользуюсь, повышу. Она смысла пока не имеет. Только патронок не потрачу. И как мне ее обезвредить? Я говорил тебе, перережь красный провод. Или это был синий? Ах, подожди, я схожу, посмотрю в руководстве. Че? А, не стоит. Здесь нет ничего сложного. Да. Здесь нет ничего сложного, я согласен. А ты откуда? Я чуть не понял. Упс. Здесь нет ничего сложного, ребят. Капец. Тупые. А нахрена я вообще назад пришел?
хрена я сюда сиганул. А, блин. Кажись, я не туда пошел. Вроде бы. Точно. Ладно. Тихо, не палимся. Обожаю эту винтовку. Просто обожаю. Блин, да вы чё? Это откуда вообще? Ю! Блин. Блин. Не, это палево. Причем полное. Вернусь-ка. Не, возвращаться не буду. Косой. Так, вон еще один. Так, все. Пипец, ошалили. Вообще охренеть. Документы, предметы особо. Как-то почитать можно, но мне лень. Да, я лень, не выезжу. Тихо. Никто, надеюсь, не выйдет. Куда дальше-то? Сюда, что ли? Во. Спасибо, ребят. Я пошел дальше. Все, печаль. Так, сыванимся. И, наверное, знаете что? Да, возможно, сейчас немножко короткая, но я думаю... На сегодня пока все, продолжим в следующий раз, да. А то эти две части, две миссии, так скажем, будут без фильма, где мы руины, да. Так что, да, на этом все, продолжим в следующий раз. Всем удачи и пока.